Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Вот Денис решил Стеллу оживить. Оживление Стеллы, простоявшая очень долго. И он маленький, да, мне. А ну, Сань, палец вот здесь поставь. Где? Придержи вот тут вот, чтобы плотнее было. Чтобы плотно было. Да, нет, вот тут вот пальцем так возьми, придержи, чтобы плотно было. Да. Она не ударит, возьми, придержи, не бойся. Есть искра? Да бьет? Она не бьет, что ты гонишь? Да я знаю, как не бьет. Не работает искра. Нету искры, да? А ну, стой, тут вот провода теперь соединены. Ну, видно, он на улице долго лежал, да? Свечка новенькая. Сейчас мы, короче, намахлюем. Ты смотри там на бобину, на всю. А тут ты сейчас поподсоединяешь. А до меня он пойдет. Да? Да, он едет. Бензина надо будет что, подлить сюда? Сейчас он намешаем бензинчика. Самое главное здесь искру найти. Да, еще хрен найдешь. Да куда он? Сейчас, подожди. Ударил? Да. Че ты? Ударил. А ну еще раз. Я не верю. Возьмись за меня и туда. Да, я за тебя возьмусь, а ты туда дотронешься. Не на вот эту руку. Ага, все есть. Нашел. Ой, что тут бак? Где крышка? Это нет, бак вот он. Вот он. А ну смотри, что там, бак есть, нет. О, какая цена. Баки тут. Сука. Нет. Есть. Есть бензин тут. Папа, тут бензин есть. А там вот такой бензин, что это уже не бензин. Нет, Саня, я там не пробую. А где ты делаешь? А мне тоже такая. Денис завел дельту. Хлеба не было? Вон, Стелла поехала. А? Бак открыл? Ну, я вообще в разные стороны открываю и все. Должен. А в какую сторону? Влево, вправо бак? Наоборот попробуй. Там есть Р буква, резерв. Я ж не знаю, ничего ж не скрывал. Ну все текло. Пошел? Ага. Может, колпачок, что с колпачком? Что, потекло? А где это? Сюда положили. Ходите, сюда. Что, залил бензин, свечку новую. И она поехала, да, Стелла? А можно я прокатку? Ну, вот такие вот покатушечки у нас получились. Оживили мы все три мопеда. Это Рига 7, Стелла и Верховина 3. Ну, ребят, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Я вам хочу сказать, сейчас, ребята, действует акция 100 дней без процентов. Альфа-банк. Удобно пользоваться. Всем рекомендую. Ссылка будет в описании. Сам очень пользуюсь. Очень удобно. Спасибо.
все покупки оплачиваю. Альфа-банк. Так что, ребят, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Мне очень приятно вам показывать, какие еще мопедики стоят в гаражах у людей. Вот такие еще аппаратики я купил у друга в Армавире. Он говорит, я реставрировать их не буду. Да, и хочешь, забирай. Ну вот, продал скутер и мопедики эти забрал. Всем пока!